Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как сделать меловую доску для рисования своими руками. Для изготовления нам понадобится доска. У меня размер доски 51 на 39,5 на 1 см глубина. И 4 бруска. Длинные бруски размером 95 см в длину, а короткие 41,5 см в длину. Глубина брусков 3 сантиметра. Бруски отшлифованы и ждут дальнейшей покраски. Саму доску я красила акриловой матовой краской с добавлением черного колера. Далее бруски красим эмалью. После покраски брусков приступаем к сбору каркаса. Для этого нам потребуются саморезы. У меня примерно 9 сантиметров. С помощью шуруповерта вкручиваем их сбоку бруска по 2 штуки. Саму доску прикручиваем с помощью саморезов поменьше, с круглой шляпкой. У меня это примерно 3,5 сантиметра, чтобы не поцарапать пальцы во время рисования. Итак, наша конструкция собрана. Также я решила добавить полочку для мелков и тряпочки для стирания, и счеты из крышечек фрутоняни и агуши. Сама полочка и спица от счетов — это все старая полочка от холодильника. В целом саму доску для рисования мы прикрепили к песочнице, которую также сделали сами. Моя мальбе.